Щука отнерестилась, окунь и лещ на подходе. Помочь рыбе сохранить потомство и, как следствие, увеличить популяцию, призваны представители профильных ведомств. Московско-Окского теруправления Росрыболовства и центрального филиала главрыбвод. В рамках экологической акции они установили 100 искусственных нерестилищ в живописной бухте Москвы-реки. Живописная бухта, соответственно, представлена в основном мелководными участками, что позволяет эффективно нереститься рыбе. В первую очередь это способствует этому хороший прогрев воды, хорошая проточность, отсутствие большого течения, довольно-таки неплохой газовый режим воды. Вот. Ну и, соответственно, устанавливаем нерестилища. После этого раз в 5 дней сотрудники мониторят эти нерестилища. То есть смотрим на эффективность работы данных нерестилищ в данном водном объекте. Для экологичных нерестилищ подходит обычный еловый лапник. Нехитрый материал многократно превосходит пластиковый субстракт, который тоже применялся в практике рыбных хозяйств, но оказался менее эффективным. А в натуральных ветках икра появится уже через несколько недель, уверяют участники акции. Мощности по искусственному воспроизводству они ограничены, в то время как естественная среда позволяет установить искусственное нерестилище в практически в каком угодно количестве, и рыба трется об эти ветки и мечет свою икру, потому что в условиях антропогенной нагрузки мы понимаем, что меньше камыша, меньше, значит, топляка по периметру, много, очень застроено бетоном. И рыбе просто негде метать практически икру, поэтому приходится ей помогать. Помогать рыбе в этот период будут не только в Московской области и столице. Участники акции установят 15 тысяч гнезд в 11 субъектах страны. Метод вполне эффективен, это подтверждает и статистика нескольких лет. Сейчас в нашем регионе популяция плотвы, леща и судака увеличилась почти в 3 раза, отмечают в ведомствах. Впрочем, помогают не только искусственные нерестилища, но и регулярная борьба с браконьерами. С начала года проведено 500 мероприятий, в рамках которых выявлено 400 незаконно установленных сетей.